Привет, зритель, снова. А теперь тебя ждут пустые баночки за сентябрь-октябрь. Я тут отвлеклась по некоторым причинам. В итоге только еще... Блин, я же хотела еще блины сделать. Мне еще монтировать это все. Я сегодня только один раз ела. Короче, тут немножко осталось, и оно уделается. Я решила его уделать. Ну, в смысле, показать, потому что, ну, что тут это... Сколько раз я еще сегодня руки помою? Это... Жидкое мыло Evan Senses, кремовая фантазия от Лелечки, которая подписчица. Тут у меня пустой пакетик, пустая коробочка. Я покупала такие масочки на Озон в подарок себе, ну, в смысле, в подарок сестрам, своей близкой тете, ну, короче, близким родственникам и себе заодно. И, по-моему, даже писала отзыв на Recomment вот на эту масочку. Хорошая масочка, единственное, что у нее вот это вот, ну, морда лица, ну, может, не на каждое лицо подойдет. Так, у меня вот эта штука закончилась, лесной бальзам. Total комплекс антиналет плюс защита от кариеса. Ой. У меня закончилась соль для ванн от Лелечки, спад Лары, органик с этим, с грейпфрутом. Я и в ней лежала, и даже один раз ножки в ней держала, ну, в смысле, в тазике. У меня тут, что это? Да, изначально мыло было, или я из него сделала мыло? Есть тут что-нибудь? А, да, это мыло. Это было мыло от Evan Senses от Лелечки. Классное мыло такое, фиолетовое было. Так, у меня закончился тоник. В прошлом году его, по-моему, в Фикс-Прайсе покупала. Сэн, да. Витамин С, гиалуроновая кислота, тонизирует, освежает, увлажняет. Тоник для всех типов кожи. Такой цитрусовый, прикольный, короче говоря. Он 250 мл. И летом он обалденно вообще подходит. Ну, когда совсем холодно, я думаю, он, ну, немножко не совсем подходит, потому что он больше на теплое время года. У меня тут бальзам закончился на основе церебной грязи Сакского озера для волос. От выпадения. Если у вас сильно сыплются волосы, он не поможет. А если, ну, не очень сильно, или для профилактики, то он поможет. Хорошая штука. Единственное, что волосы он все-таки не распутывает. После него надо по большей части использовать спрей для волос, чтобы смочь расчесать волосы. У меня закончился шампунь Империя. Она иная от мастерской Олеси Мустаевой. Блин, я не помню, какой он, но на него есть отзыв на Recomment. По-моему, он не особо такой, ну, как бы это, там, что там заявлено было, что он якобы там... пышность дает или не пышность дает. Ну, в общем, пышность он особую не дает. К нему надо какой-нибудь бальзам, маску, еще что-нибудь. У меня закончилось, все оттуда выжилось. Либродерм, гиалуроновая сыворотка. Вот у меня тогда было как бы 4 на выбор, на затест, но подошла мне в итоге только голубенькая сыворотка, концентрированная, увлажняющая против морщин. Гиалуроновая B5 Либродерм. Я только сейчас увидела, что она против морщин. У меня на нее есть отзыв на Recomment. У меня там будет списочек в инфобоксике и, возможно, еще в закрепленном комментарии на то, что есть на Recomment. У меня закончились эти патчики прикольные, такие увлажняющие, как ватный диск с дырочкой для глаза. Это мне дарила подписчица Катя на Новый год. Это какая-то китайская фирма Фео. Я не знаю, как правильно читается, я не сильно в китайском. Тут еще чуть-чуть осталось штуковины этой, ну, сыворотки, и там османтус, увлажняющие патчи с османтусом, 80 штук, очень классные. Меня они так это выручали, особенно когда не спавши ночью, или плохо спал, или просто вот, ну, утро в китайском квартале, или какой-нибудь там конъюнктивит, потому что приехал из деревни, там воздух все-таки чище, чем тут. Один курит, другой курит по жаре, или так просто грязный воздух. У меня закончились эти духи. Я не успела записать за месяц, как я обещала, по собственному желанию. Пишется у меня, да? Сзади там меня, ну, короче, сзади меня там это... Все еще та корзиночка с духами стоит. В общем, я не успела их засмерить в плане вместе со всеми другими духами. Они у меня закончились. Они очень долго у меня жили. Мне их даже в свое время, ну, вот на эту жмешь, прыск, и оно пшикалось. В итоге я вот так вот пользовалась ими, вот так. Потому что была у меня одна криворукая подруга, уже бывшая, можно сказать, подруга, шаловливая на ручке подружка, которая мало того, что мне их сломала, Так еще ушла у меня из гостей, прихватив много чего интересного. Вон тут какая-то капля еще осталась, люди, тут осталась капля. Я их покупала что-то за овер дофига денег по тем временам. По скидке, по какому-то бонусу на эти духи. В общем, это Common Evidence, экстракт де парфюм и фраше. У меня остался, по-моему, только один эвик сейчас. У меня очень много раньше этих эвиков было, и туалетка, и парфюмка, и вот этот экстракт де парфюм. Я его, наверное, ставлю как пустую баночку навсегда. Ну, в смысле, засуну ее в белье в шкаф, пусть воняет. У меня закончились лосьпена Avon, подарок от подписчицы Лелечки, сладкие сны. Но она пахла унисексовым ароматом, и ну, он бодрил меня, в сон не тянуло. У меня тут пара пробников, я их вчера-сегодня юзала, от Skin Probiotic. Skin Probiotic теперь стал называться Skin Pro, у них был ребрендинг. Это Skin Lover, сыворотка с лавр, или короче, анти-эйдж, плюс супруга, сыворотка с пробиотиками 2 мл. У меня был полноценный флакончик синенькой сыворотки. Он, наверное, уже давно был в пустых баночках. И Skin Saver, ну, в общем, короче, скин... кожа любит тебя, и кожа сохраняет себя, или ты сохраняешь кожу. Сыворотка с исландским мхом убирает красноту и воспаление. Она какая-то у них считается очень крутая сыворотка. Ну, кстати, обе такие неплохие, ну, увлажнялки после тоника, после умывалки наносила тоника, потом их. Можно, в принципе, даже крем не использовать. Тут у меня еще одна и на кондиционер для волос империя. Нежный шелк для ухода за волосами, облегчает расчесывание, придает мягкость и гладкость. Ну да, он облегчает расчесывание, но иногда бывало, что вот забыл вовремя, после того, как вытерла волосы, их расчесать. И надо все-таки чуть-чуть спреем спрыснуться, но все равно очень хорошая такая штучка. На нее был отзыв на Recomment. Может, надо было записать это, вот как закончилось, сразу записать, или хотя бы на бумажке записать свои мысли, потому что я что-то вот не могу вникнуть, что там было. О, у меня еще одна такая. В общем, у меня, видимо, две вот эти вот были масочки. Я просто вчера или сегодня, уж не помню, вчера, наверное, маску, тряпочку на фейс сделала. И думаю, хотела одну, а потом я смотрю, у меня эта коробочка в пустых баночках. А рядом у меня в шкафу еще такая же маска была. Думаю, ну надо тогда, чтобы уж совсем коробочка была в пустых баночках полноценная, уделать еще такую же маску. У меня тут ватные диски закончились. Раньше у меня ватные диски улетали только так. Сейчас они у меня что-то как-то очень экономично не улетают. Мегапак. Я даже не помню, где я ее покупала. Тут 150 дисков было ватных. Skin Sense. Что-то у меня еще. У меня закончился бальзам для губ от LB Silk с маслом жасмина. Вот он весь уже вот, ну. Тут, может, конечно, можно как-то подцепить. Он подцепилась. Костяшки свои помажу. Но на губы он уже не подцеплялся. Очень хороший. Мне понравился. Он хорошо увлажнял. На него есть отзыв на Recomment. Тут буквально на один раз осталось вечером после душа пятки отпомазать. Это Evan Foodworks, короче, восстанавливающий крем для потрескавшейся кожи стоп. Подарок от подписчицы Лёлечки. Простите, что зеваю. У меня тут закончился очередной бочоночек Кайлаш Дживан. Универсальная штука. Есть плейлист «Ма Индии», там есть один ролик, там два ролика. Один ролик, посвященный Кайлашу Дживану. Если хотите, можете глянуть. И чё? Он такой был обширный пакет, мне казалось, тут овер дофига всего. Но тут все мои пустые баночки. Закончились пустые баночки. Зрители, если ты чем-то подобным пользовался, поделись со мной в комментариях, мне будет приятно почитать, я даже тебе, может, поставлю сердечко. Как черт на душу, ну, короче, как настроение будет. Если хочешь поддержать канал, где-то будет облако, я потом тебе скажу спасибо. Ну и что это, если я тебе что-то обещала записать, потому что ты мне оставлял какой-то запрос в этот месяц, а у меня была весь месяц мигрень, плюс сейчас еще чуть-чуть она снова вернулась. У меня когда мигрень, то память как у дискеты, поэтому не стесняйся напомнить мне, даже если ты просил у меня что-то до пришествия мигрени, а я не засняла, ибо могла забыть, то тоже не стесняйся напомнить. Ну и всем пока!